честь 75-летия Победы заводу «Контактор» присвоили звание «Организация трудовой славы». В ноябре 1941 года в Ульяновск прибыл первый эшелон с оборудованием и работниками Харьковского электромеханического завода. Новый Ульяновский завод был введен в эксплуатацию в рекордные сроки, и уже в конце ноября 1941 для нужд армии начало поступать электрооборудование для танков. Сейчас «Контактор» занимается выпуском электротехнической продукции, в том числе для учреждений здравоохранения. Несмотря на то, что очень мало осталось у нас ветеранов и ветеранов труда, и ветеранов войны, тем не менее, представляете, насколько для них важность, что сегодня завод получил вот такое почетное звание. Я думаю, что и для наших сотрудников, тех, которые сегодня работают, это тоже очередная веха достаточно серьезно пройденного пути. Все-таки 75 лет Победы, и у «Контактора» 75 лет его истории на Ульяновской земле. Это очень важно. На сегодняшний день среди бывших сотрудников предприятия в живых остались 26 ветеранов войны и труда. В планах сотрудников завода открытие музея, где будут храниться исторически ценные экспонаты и информация обо всех ветеранах. Глава региона подписал распоряжение о присвоении завода соответствующего звания. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете для города Ульяновска, для Ульяновской области. Ну и надеюсь о том, что как только пандемия отступит, мы будем иметь возможность уже провести торжественное мероприятие и поощрить членов трудового коллектива и ветеранов вашего завода. На сегодняшний день завод – одна из производственных площадок французской компании «Легран». В ближайшее время производство ульяновского завода будет перенесено в цех нового предприятия «Легран-Волга» в промзоне Заволжья. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.